Не загорали. Оренбург, привет. Да, нормально общаюсь. Блин, ребят, давайте вы про Крис и Ваню будете у них спрашивать, пожалуйста. Я сама особо не интересовалась этой темой, это их дело. Не хочу за других отвечать. Уходить не знаю, нет пока. Привет, Вологда. О, привет, Канада. Насколько мы там? До 30-го, по-моему. У нас, у меня есть Страдивариус, Жень. Откуда у тебя белые джинсы? Откуда белые джинсы? Да. Из Зары. Из Зары у Жени. ЕГЭ не парится, нормально все будет. До 29-го. Море на самом деле прохладное, но сегодня, кстати, было не холодно купаться. Привет всем городам и странам. О, Корея, ничего себе. Я отвратительно отношусь к войнам. Скорее всего, 22 июля, но это не точно. Ну да, похоже, тут все белое. Дом 2 в Москве. Море прохладно еще. За наш счет поменяли отель. Кристина с Ваней сейчас. В номере. Приветики. Ну, вместе в основном. На поляну 30-го. Ваня? Нет, он ушел к Кристине. Спасибо большое. Виски кола. На проекте. Почему так мало? Ну вот, настолько купили путевку. Планируем взять байки, яхта, рестики. На Памуккале, может, поедем. Да какое чужое несчастье, все уже все счастливы. Изначально туроператор. Согласна. Поздно, я уже почти обручена. Да. Конечно, я со всеми дружу. Почему переехали в другой отель? Потому что тот отель был полное говно, и там не было интернета. Спасибо большое. Они немножко повздорили. Сейчас они вместе, все хорошо. Женя что делает? Как обычно. Не надо никуда приезжать, я уже замужем практически. Кто там приехать хотел? Ко мне приедь, эй, слышь. Где? Кто? Я написал «женюсь», вот, приеду на 2. Угу. Амар Хайям. Да. Приезжай, на мне женишься. 23. Ну, я бы поспорила насчет адекватности, но ладно. Да, мой. На самом деле скучно. Народу немного, но тут такой себе контингент. Приветик всем.
Отдыхаем отлично. Крис и Ваня в номере. Я не люблю разговаривать на тему других людей, честно говорю. Спросите, пожалуйста, у них. Не думаю, после ваших таких комментариев. Танцевать под вот это? Да здесь, здесь. Да. Глаза голубые. На самом деле немного. Коктейльчик. У нас все хорошо, мы бодрыми. Привет, Талин. С ним вообще не бывает скучно. Спасибо большое. С Женей, с Кристиной, с Ваней. Отель Парки Наяс. Нет, мы не в джипсе, мы в Турции. Конечно. Кстати, я уверена, что ты танцевала, поэтому тебя очень не хватает вот на этой сцене, одинокой. Мне кажется, ты бы отлично вписалась прямо так. Мы сейчас наелись на ужине, боже, тут столько еды. Я трубочку уронила. Покажи, ребят, их нет, они в номере. Да, 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 я как раз про это и говорю, что твоя тема. Почему не носить шелок? Ну, вот так проект решил. Ну да, хороший коттедж. Я вообще на отдыхе не крашусь, не выпрямляю волосы и ничего с ними не делаю. Эль, тоже твоя тема. Это фирменный. Это точно. В номере, ребята. Я не Кристина. А, привет, Кристина. Народ. Тут такой народ. Хотим 22 июля. Привет, Кира. Да не одна я, с женихом своим. Спасибо. Приветики. Я думаю, мы всех ребят позовем. Да, мы, конечно, поедем куда-то, но мы в тусовочном городе. Мы сейчас ходили гулять, там куча тусовок, но сами понимаете, в Турции такой контингент. Я тоже, Эль, мысленно с тобой. Так что давай чокнемся. Поднимай свой бокал. Давай, готова? Раз, два, три. Опа, камбуса.
Нет, не уйдем пока. Мы не подавали еще заявление. Русских, да, много. Я хочу писать. Наконец-то. А я уже перехотел, понимаешь? Пойдем уже в море писать еще. В Москве, наверное. Я тоже теперь уже не смогу столько. Я вообще еще ни о чем не думала, какое там нахрен платье. Крис с Ваней в номере. Море купались, но прохладное. Спасибо. Я знаю, но не могу отрасти. Вообще, музыка топ. В Турции. Блин, нарастить это очень долго по времени. Я не люблю на бьюти процедурах долго сидеть. Турция. Виски кола. Ну это ж Турция. Кристина выиграла конкурс. Не пишу, зачем Кристину взяла с собой. Очень смешно. Очень много. Спасибо. Жень, ты пафосный зазнался. Я знаю. Это пишет мамка? Почему мы не танцуем под этот танцевать? Нормально. Там, кстати, там очень понравилось, Паш. Да. Отсюда я и была. Нет, сигарет не курю. Мы с Кристиной общаемся нейтрально. Я не скажу, что мы близкие какие-то подруги или друзья. Так же, как со всеми участниками. Мы за.
точно. Кристина с Ваней. Спасибо большое. Виски, кола.